фестиваль народного творчества в Чобручах. В эту субботу, 14 октября, село отметит юбилей 450 лет со дня основания. В честь этого праздник в парке «Родина». Начало в 10 утра. Будет ярмарка народных ремесел, подворье и мастер-классы. Научат лепить из глины, вырезать по дереву, плести из лозы. Установят тематические фотозоны. Будут и живые скульптуры в национальных костюмах ручной работы. Сам юбилей у нас масштабный, село тоже не маленькое. И в Слободейском районе все, что не делается, делается с размахами, с масштабом. Парк имени Родина – это одно из самых таких известных и в туристическом плане мест, и в эстетическом плане, где можно проводить различные мероприятия районного и республиканского уровня. Выступят и местные коллективы, среди них ансамбль «Казачьи сердца» исполнит русские, украинские и молдавские песни. Вот эти песни казачьи, они на украинском, на русском языке, они своеобразные, они интересные. Здесь и история так наших народов, культура и современная, и прошлое наше, и боевые события, и сказки, и былины, все здесь в этих песнях. Поэтому это замечательно, когда поешь, окунаешься в историю, поешь там про казаков, как вот ощущаешь себя летящим на коне. Будет и бесплатная экскурсия на перекаты Турунчука. Недавно там построили смотровую площадку. К порогам всех отвезут на автобусах. Они будут дежурить у парка «Родина».